многочисленным просьбам. Сегодня Батырчик будет показывать вам, как он качает ноги. Кваду. В таком виде. Именно в таком полосатом виде. А вот этот дядька будет приставать и задавать вопросы. Да. Этого дядьку вы можете увидеть на Железный мир, там все дела. Тоже звезда бодибилдинга. Да, бодибилдинг. Не такая старая гвардия, как я, конечно, вторая серия после меня, но тем не менее. Такой же чемпион. Не старенький. Такой, а круче чемпион. Чемпион Европы, да, у нас? Голуби, все его знают. Ну что, рассказывай, что ты сегодня показываешь? Сегодня сделаю переднее бедро, порядка 4 упражнений, но буду делать в суперсетах. Вот. И чтобы вас не замучили, это займет порядка 10-15 минут. 10 минут, первый и последний подход сделаем, покажу. Обучающее видео. Итак, да. Отключаемся и смотрим. Я понял. Не забывай, что мы как бы... Я готовился, в 2011 году Влад приехал, у нас есть фотография. Объясняй. 11 год. Настраивайте тренажер так, чтобы ему было комфортно. Вот эта штука называется ось вращения, коленный сустав должен быть напротив. Сели, разгибаем ноги, также небольшую паузу вверху. Мы сейчас, напоминаю вам, находимся, а вот этот... находимся на этапе подготовки, поэтому делаю паузу небольшую в верхней точке. А вот этот бугорок, как называется? Прямая мышца. Я забыл. Бедра. У нас суперсет, разгибание ног сидя, порядка 15-20 повторений сделаем, по пирамиде будем накидывать вес, вот. А сейчас тридцаточка там стоит. Да. Верхние точки прижимаемся, далее, значит, мы идем на жим ногами. Здесь тоже не нужно накидывать большой вес, потому что надо нам поймать бедро. Поэтому ты делаешь полтинничек, да? 50. Ну, для первого подходика, да. А как играет угол наклона? Во-первых, значит, чем ниже я поставлю ноги, тем нагрузка будет смещаться сюда. Но давить мне нужно на носочек, но пятку не отрываю. И движение начинаем мы с коленного сустава. То есть сюда раз. Стараемся почувствовать. Можно носочки немножечко повернуть в сторону, тогда нагрузка будет смещаться на латеральную. Ну, то есть это вариация. Сначала параллельно. Прямая, да. У кого остановка, что отстает. Стоп. Можно развернуть, чтобы внешне у нас заработало. Амплитуда здесь короткая, напоминаю. То есть если ниже отпустите, начнет забирать заднее бедро, ягодичное. И в таком формате более чем достаточно. Тоже делаешь порядка 15 повторений, да? Да. Хорошо. И какой отдых делаешь? Минуту отдохну. Ну, сейчас отдохнешь, мы выключимся. Хорошо видно прям. Супер. Ну вот такие ноги, я чемпионом мира стал. Я стану за вас. Хорошо, договорились. Замсти им за меня, Батыр. Обижаю. Суперсерии делают? Всегда. Секреты ходит, ворует тут. Знаешь, записывает. Секреты. Что, суперсерии делают? А сколько повторений? Что, многоповторка? Многоповторка, Юра, многоповторочка. Ему не идет. Он у нас этот, как его, представитель тяжелых тренировок на 1-2 раза. Да. И там уже соточка у нас стоит. Раз, два, три. Ага. То есть больше вот сюда сейчас удар уйдет. Да, у меня. Если я не ошибаюсь, да. Латерально она не нужна. Видишь как, ребятки, все зависит от положения ступни. Неполный разгиб. Здесь надо все чувствовать. Да. Вон она, прям вот ваша сеточка идет. Beautiful. У нас какой подход? Это был последний. Четвертый. Значит, сейчас. Теперь объясни еще раз, повторим. Сколько подходов, сколько повторений? 4 подхода. В суперсете 2 упражнения. Разгибание ног сидя. И жим ногами с различной вариацией постановки.
у кого, смотря какая группа отстает. В данном случае я делал, значит, носочки разводил в сторону, чтобы нагрузить именно латеральную часть. И отдых. 15-20 повторений, минута отдых. Кто особо не готов, тому немножко побольше нужно делать, порядка 3 минут, а то нахрен кончат, понимаешь. Вот, сейчас сделаем сведение ног, ага. Сидя. Вот. Немножечко проработаем приводящую группу и сделаем римский стульчик. Сейчас отдыхаешь. А так, у него не хватка, жира не хватка, это они умеют. Значит, данное упражнение позволяет нам проработать приводящую группу. Что касается ребят, которые выступают, то обязательно делайте пиковое сокращение вот здесь. Это позволит вам выделить максимально портняжную мышцу, которую видно в передних позах, когда вы ногу поднимаете. Если видно портняжную мышцу, значит, ноги проработаны хорошо. Плюс это, значит, дает понять то, что у вас сухие ноги, то, что они детализированы. Поэтому здесь пиково растянули. Можно высоту ног регулировать, кто не чувствует, выше, ниже ставьте. Таз можно вперед пододвинуть, таз назад, корпус прямо, наклониться. То есть все индивидуально, исходя из ваших особенностей генетических. Как мышцы крепятся и так далее. Длина кости. После этого сразу римский стульчик. Реально крутое упражнение. Хорошая вещь, но... Но немногие знают, как его делать. Да, и многие травмируются, не зная, как делать упражнение. Травмируют коленный этот, мениски вылазят и так далее. Исходное положение, значит, старайтесь зафиксировать корпус так, чтобы он был вот в таком положении, да, немножко с наклончиком назад. При этом туловище у вас не двигается. Основная ошибка какая? Делают вот так вот движение. Ага. Здесь нам нужно переднее бедро проработать. Поэтому... Они жопу хотели. Ручки можно так поставить, можно взять диск, если физика позволяет, да? Коленный сустав пошел в работу. Раз. Раз. Юра, ты следующий. Я пробовал, но я старый для этого. У меня колени начинают сразу болеть. Так. Как говоришь? Назад еще все натяжение было прям. И чего? Все, и в коленом тоже работает. Корпус не двигается вообще. Так, подержи к мне. А ты уже двигаешь. Корпус ровно? Так. Я не грохну, что ли? И вверх. Даже я не грохну. Вот, а я могу туда грохнуться? Нет. Нет. Давай, ты ж приседаешь нахрен 200 килограмм. А? Ниже, корпус не двигай, корпусом вообще. Можно пожок. Вот сейчас хорошо. Старая гвардия работает, вон они мышцы, вижу. Смотри. Ваше бедро, вон, смотрите. Да, так он же чемпион тоже, ты же не забывай. Бицепс бедра. Говорят, что все обвисит, да? Неплохой. О, ништяк. Да. Есть контакт? Кстати, хорошая. Буду делать. Сейчас 25 килограмм принесу, сделайте? Нет. Мне просто кажется, что я грохну туда. А что у нас? Ничего не обвесит. Так ты же молодой, тебе 32 года еще какие-то. Какие твои годы? 33. Это мне 27, а вы? Ну вы же на очереди сейчас, давайте. Не, ты что с ума сошел? Василий, слушай, я постою, а он не может сесть. Надеюсь, не поразвитие? А? Поразвитие. 27, да. Ты хочешь попробовать? Попробуй, что, сядь. Здесь сяду. Ладно, мы тебе дадим отдохнуть. Ну давай, попробуем. Вот смотрите. Лайф, эксперимент, смотрите, вживую. Хитрец, а руки? Только показывал, что корпусом не работаем вообще. А. Я вот так вот оставляешь, не слушал. Вот так вот оставляешь. Подправь его немножко, Таз вперед. Таз как это. Вот, так же вниз давай. Да. Ты хорошо меня поднимал, понравилось? Да нет, я сделал. Что тебе, принеси блинчик?
А коленочки не болят, нормально? Да нет, так. Не знаю, я раз попробовал, у меня сразу на этот... Просто нет, по коленям бьет все равно. Чувствуется. Бьет. Поэтому нет, надо очень бьет, хорошо бьет, разминаться, дети мои. Если перед... ты разминешь, ты больше тяжелее будет. Чем ниже, тогда. Батыр сказал, что это упражнение хорошо для футболистов. И для культуристов. Завершающий четвертый подход. Какой вес сейчас у нас там? Я добавил пару плиток. 40. 40 килограмм. Ну, этого достаточно. Это одно из упражнений для повышения, кстати, потенции у мужчин. Да, и для футболистов тоже нормально, кстати. Футболисты рвут паховые кольца. Но они патенты, им надо, чтобы это повышало потенцию. Да, многие недооценивают это движение на самом деле. И, кстати, лечит простату. Кровообращение увеличивает. Очень хорошее упражнение, потому что мужики обращают внимание. Yeah. И без диска еще. Drop set. Все? Я надеюсь, что да. Завершающий хватит. Хватит, да? На сегодня хватит нам? Значит, я сейчас делаю несколько упражнений на заднее бедро. Но я так понимаю, что мы заднее бедро покажем в следующей серии. Поэтому переднего бедра на сегодня достаточно. Но мы сняли заднее бедро, мы показываем в следующий раз. Да. Все, всем пока. Папа Смит, Батыр Сулейманов. До следующих встреч, до следующего видео. Кстати, записывайте, что вам будет интересно от Батыра посмотреть, а я постараюсь все это заснять. И, Кевин, не забудь, пожалуйста, сделать ссылочку на Инстаграм Батыра. Всем пока, до следующих раз.